Как дела у торговцев зерном? Здравствуй, Арно. Им сейчас не позавидуешь, а что? Новости о Жермене. Некая Мари перекупает по его заданию зерно и свозит к частной пристани. Мари Левек? Кто это? Левеки – старый темплиерский род. Мари единственная была против изгнания Жермена, так что я даже не удивляюсь. Не знаешь, как ее найти? Ее саму нет. Но все зерно, которое попадает в Париж, сгружают на пристани у ратуши. Ладно, начну там. А я попробую выяснить что-нибудь о мадам Левек. Надо их догонять. Тянем! 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 Сюда тебе вход закрыт, надоело. Сюда! Эй, отвязывай! Капитан? Все в порядке? Да, мадам. Приказы у вас? Вот они. Вижу. И проследите, чтобы один из мешков обязательно порвался. Да, мадам. Работать! Да.
Тебя. Я не сдаюсь, сукин ты сын! Помощь здесь! Да, это не к добру. Где же ты? Рус, прими смерть, как мужчина! Люксембургский дворец. И что же вы задумали? Люди Марилевек разгружают баржи и везут зерно в Люксембургский дворец. Если народ решит, что в дворце запасают зерно, начнется... бунт. А Жермену, разумеется, это на руку. Займись, мадам Левек. А я вывезу украденное зерно, пока никто о нем не узнал. Береги себя. Не попадись. Сюда! Помогите! Порох отдавай! Что нам делать, Мишель? Мне бы только добраться до стражника. Как это мило! Вы превзошли сами себя. Спасибо. А теперь прошу простить, мне надо повидать мужа. Отказать человеку искусства. Почти на месте. Тут близко. Слышь, иди сюда! Я сейчас из тебя пюре сделаю. Берегись! Еще иду! Еще одна шайка! Ugh!
Ох, спасибо. Хотел бы я как-то отплатить вам. Ничего, фейерверк будет очень кстати. О чем вы? Да так. Прошу, помогите. Супруга заперла меня. Я должен срочно ее остановить. Знаю я, с кем она связалась. И вы, похоже, влипли. О, молю вас. Она способна на страшное. О, спасибо. Черт. Сбежал. За ним. Да, Митя? Дай-ка проверю. Что же с нами будет, Мишель? Тебя сошлют на каторгу. Всего за краюшку хлеба. Да тут все такие же преступники, как я. Такая теперь справедливость. Да я бы тут все решетки переломал и пошел бы бороться за свою свободу. Любой бы из этих людей пошел бы. Только нам не суждено. Боюсь. Всем отойти! Всем! О, Мишель! Люблю тебя! Я тебя. Эй, вы все! Делайте, что вам говорят! Thank you.
Стало безопаснее. Хочешь, умоляю, ты? У меня семья. Только выпусти. А теперь... Ах ты... Опять нашего придут. Боже, мисс Са. Черта с два ты убежишь! Вот черт! Помни эти слова, Мари. Да, мама. Франсуа Тома Жермен, вы изгнаны за преступление перед орденом тамплиеров. Любой, оказавший вам помощь, разделит вашу участь. Нет, я слышу Демоле. Ты глупец, Долосар! Долосар! Госпожа, к вам пришли. Помоги мне, Мария. Вы правы. Король Людовик умудрился натворить глупостей. С одними строил заговор, направленный против революции, другим тогда же обещал поддержать Конституцию. Хорошо. Вы передадите информацию нужным людям, месье Фелитье? Разумеется, магистр. С этими свидетельствами короля ничто не спасет.
же тебя тут мог. Thank you.